5 рублей за литр. В дачном кооперативе «Речник» установили первый аппарат с питьевой водой. Предприниматель планирует снабдить подобными модулями и остальные садово-огороднические товарищества Сургута. Кто поставляет за город ресурс, насколько он отвечает санитарным требованиям и будут ли пользоваться такой колонкой дачники, подробности расскажем далее. Автономный аппарат чистой питьевой воды появился в сургутском дачном кооперативе «Речник». Здесь местные жители, порой даже имея на участках колодцы или скважины, были вынуждены возить бутылки из города или покупать в магазинах. Собственные ресурсы оказались непригодными. Теперь же этого можно не делать. Воду привозят. Дачники говорят, что это удобно, а устройство будет пользоваться спросом, если цена окажется невысокой. Будем пользоваться. Это недорого, это хорошо. Все равно в магазине другой раз из дому не возьмешь воду, едешь в ленту, берешь там по 46 рублей, по 50, по 80 за 5 литров. Всего планируют установить 12 подобных модулей. 2 из них появятся в городе, остальные 10 в дачных кооперативах. Литр продают за 5 рублей. Есть несколько видов аппаратов, определились именно с автономными модулями, потому что в основном они будут расположены на дачных кооперативах и подключаться и чистить воду там, соответственно, неоткуда. Этот метод, он позволяет обеспечить полное качество воды и абсолютную безопасность потребителей. Внутри аппарата комплекс фильтрации. При помощи концентрата озона происходит очистка жидкости и обеззараживание баков системы. Озонатор – это система, которая озонирует емкости перед заливом воды, для того, чтобы она достаточно долго хранилась. Также есть ультрафиолет, который убирает микробы, а также угольный и древесный фильтр, который чтобы задерживал все частички, чтобы не попадали дальше потребителям в тару. Модуль, защищенный антивандальным корпусом, оснащен объемными баками. Они позволяют создать запас воды до 4000 литров. Когда уровень опустится наполовину, специалисты получат уведомление и наполнят автомат. Я думаю, люди все равно будут пользоваться водой, потому что чистая вода нужна здесь. Вот. Не у каждого жителя здесь из скважины или из колодца идет чистая вода. Все равно люди привозят воду из города. Вот поэтому этот модуль очень нужен нам. И, ну, я считаю, это очень здорово, ребята, молодцы. Единственным препятствием для покупки воды в подобных автоматах может стать лишь отсутствие либо самого ресурса, либо электричества. Владелец установки заключил договор с горводоканалом. Это крупнейший поставщик в Сургуте, а его продукция лицензирована и отвечает всем санитарным требованиям. К началу дачного сезона подобные аппараты появятся еще в 9 садово-огороднических кооперативах города. Валерия Кудрявцева, Карина Алексанян, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.